Ну давайте идем дальше. Напомню, это второй день прохождения игры Call of Duty. Добрый вечер, да. Здорово. А что-то как-то размыто все, нет или мне кажется? Просто не верится, что мы в Багдаде. 2 года назад нельзя было выйти наружу, чтобы не поймать пулю. А теперь здесь все процветает, мать его. Спасибо нам. Отряд «Эхо» вчера накрыл очередную ячейку КВА. Вся их сеть разваливается. Аид был ключевой фигурой. В мире заканчиваются засранцы, друг мой. Можно подумать о ранней пенсии. Добрый вечер, сэр. Готово. Вы говорили, куда идете? Нет, и что? Скрэмблер даст нам всего несколько минут. Подключитесь, я вам кое-что покажу. Что, вашу мать, пришла? Смотрите сюда. Это Айронс, с ученым, которого ты спас. Тот, кого вынули из реки? Он так и не вернулся в Нигерию. КВА готовит нападение. Они рассказали мне все. Что? Что за атака? Электростанции по всему миру. Они хотели, чтобы я отключил систему безопасности. Где они хотят ударить? Сиэтл, Париж, Токио. Здесь еще людей погибнут. Мы должны рассказать кому-то. Нет. Мы должны сказать всем. Ладно, хорошо, хорошо. Я этим займусь прямо сейчас. Да ну, нет. Он знал. Знал все и допустил такое. Все эти люди мертвы, а он просто срубил бабла. Откуда это у тебя? Аид. Последнее, что он успел сделать, передать нам это. А это не подделка? Для шифровки использовался наш алгоритм. Это Атлас. Это видели только мы. Надо уходить отсюда. Быстро! Видели. Мы все это видели. Видел что? Ты знал об атаках. Столько невинных это погибло. Это фальшивка, и ее взяли у террористов. Да ты псих! Ты чудовище! Ты меня разочаровал. Ты мог получить все. Держите их, пока репортеры не ушли. Гидеон? Да, сэр. Гидеон! Ты все видел сам. Он сказал, подделка. Он принял решение. Стой, где стоишь! Послушай, мы вошли в фойл 5 систем. Доверься мне, через 10 секунд включится система пожаротушения. Приготовься, придется бежать. Пошел! Надо выбираться. Срочно. Классная пушка. Давайте к шахте. Ты кто? Не останавливайся. Это, наверное, те, которые невидимые, помните, нам помогли? Стой! Сейчас мы со звуком посмотрим. Придется воспользоваться магнитными захватами. Но это мы знаем. Мы активируем рой дрон. На крыше у тебя будет всего несколько секунд. Мы окажемся в ловушке. Доверься. Дроны! Бежим! Ё-моё. Нам надо укрыться от этого роя! Быстро! Сюда! Я не стою, почему написано, здесь нельзя стоять? Перехватываю управление воротами.
На бубет прокачивать. Мы на пятом этаже! Давай! Офигенно. Что ж так медленно-то прыгаешь? Плаваешь, точнее. Как я быстро поднялся. Да. Эх. И что теперь? Тебе нужно пройти через старый город. Беги к Тоху. Они весь город перекроют, чтобы нас найти. Куда идти? Блин! Привычки нажал. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Тупанул, да, бывает, ладно. Следуем. Да ладно. Я просто гранаты хотел замочить их. Ну идем быстрее тогда. Мы должны пробиваться. Так, стоп. Они идут с запада. С бедра его. Че, идти или куда мне идет? Да давай ты же пройди. Куда идти? Я иду быстрее. Максимально быстро. Где судно-то, ёб твою? Что за хрен? А, Эми использует. Окей. Так. Да ёб! Эми. Ну, Эми, я же использую, что не так. Круто. Круто мы его замочили. Так. Их рулить надо. За нами гонятся дроны. Ой. Ё-моё.
Что за управление странное? Да ё-моё. Ныряй под этими лодками! Круто. Давай быстрее! Стараюсь. Так ты почему-то сзади, а я впереди. Ты мне ещё будешь говорить? Естественно, а постоянно можно, нет? Давай на пандус! Даю, даю на пандус. Нужновато как-то немного. Ныряем. Ой. Пардон. Не увидел. Не останавливаться. Я просто... Воздух! Ныряем! Да сколько же вас... Не останавливаться. Опять ракеты! Не останавливаться. Да что же вы делать-то будете? Ни хрена же не видно. Близко к чему? Ой, блин, я думаю, песок. Осторожно! Давай, вон, приехали почти, да? Офигеть. В порядке? Вас поняла. Лодке конец. Идем пешком. Точка эвакуации над вами. На крыше. Как мы должны туда добираться? Используй крюк.